del grupo Amalgama. Мы чертовски рады видеть вас сегодня всех здесь, в этом зале. Надеюсь, вам понравится наше шоу и шоу тех команд, которые выступят за нами. Следующая песня относит нас в 80-е годы. Времена расцвета. Да, времена расцвета хэви-метала. Мы хотели бы исполнить песню из репертуара одного из самых значимых представителей того времени. Его имя Ронни Джеймс Дио. Песня называется Honey Diver! We'll be right back.
Спасибо большое. Становится жарко, еще жарче. Ну тогда сбавим немножко обороты. Следующая песня лирическая, баллада. Она посвящается всем тем, кто, несмотря на все жизненные обстоятельства и невзгоды, остался верен своему пути и не сбился со своего курса, придя к своей мечте. Bring it nice! This story was made up of my
замечательная публика. И для нас большая честь выступать сегодня для вас. Ну а теперь нам бы хотелось вспомнить песню с самого первого нашего сингла, макси-сингла. Она так называется «Peace of Mind». Следующая вещь посвящена прекрасной половине человечества, в частности, находящейся в этом зале. Без нас вы бы не смогли жить, но без вас наша жизнь была бы черно-белым кино.
Песня посвящается всем девушкам, находящимся в этом зале. Она так называется «Queen». Следующая наша вещь. Последняя. Но не совсем. Сегодня предпоследняя. Она посвящается всем тем людям, которые помогали нам в нашем деле, в деле группы «Амальгама». Это в первую очередь, конечно же, Сабина Швец, наш менеджер. Это мои дорогие коллеги из компании DHL, с которыми я работаю. Это Сережа Елизаров, без которого мы бы сегодня здесь не появились. Сережа, большое спасибо. Это группа «Картуш», которая устроила сегодня всем нам этот замечательный праздник. Большое спасибо. И, конечно же, все те группы, которые выступят после нас,
и которые играют где-то в другом месте. Мы все делаем одно большое дело, и тот праздник, который сегодня, это наше общее. Следующая песня про всех вас. Песня называется «The Tribute». Хотел бы вспомнить братьев наших старших. Следующая песня из репертуара достаточно известной heavy metal легенды 80-х годов группы Judas Priest. Песня называется Breaking the you're the best.
the law, breaking the law. Breaking the law, breaking the law. Breaking the law. Ну, сегодня из тех песен, которые мы исполнили, каверы было только два. Остальные были все наши. А кто для вас пишет песни? Ну, вообще мы сами, в частности я. Так хорошо владеете английским? Ну, все в этой жизни относительно. А как вы познакомились с группой «Картошек»? О, это очень долгая и запутанная история, весьма романтическая. Вот. Но я могу сказать, что я очень доволен тому, что я познакомился с этими ребятами. Что же, мы благодарим группу «Амальгама», желаем им удачи. Если у кого-то из присутствующих есть вопрос, вы можете поднять руку. Вопросов нет. Хорошо, тогда... Спасибо большое, ребята. До новых встреч. Заходите на наш сайт amalgama.sb.ru и следите за анонсами наших концертов. We will return. Мы вернемся. Так, перед тем, как я объявлю следующую группу, которая поднимется на эту сцену, хочу обратить ваше внимание, что все вы на входе получили опросные листочки, в которых вы можете отметить группу, которая вам больше всего понравилась, и песню, которую вы бы хотели услышать сегодня еще раз. После окончания фестиваля мы соберем эти листочки и подведем итоги голосования. Группа, которая наберет больше всего народных голосов, победит в сегодняшнем фестивале «Рок-Перу» и в ближайшем будущем выступит на разогреве у группы «Картуш». Ну что же, меньше слов, больше музыки!